Рекомендую вам игровой канал Угрюмый. Здесь очень ржачные обзоры, летсплеи и монтажики по разным играм. Чувак реально поднимает настроение на все 100%. И я надеюсь, что вы это оцените и поможете ему подпиской, лайком и комментарием. Подача, монтаж, все на высоком уровне, поэтому переходим по ссылке в описании или в подсказках и подписываемся. А также те, кто хочет себе крутой текст для батла или трека, рекомендую вам обратиться к Владимиру Клубову, aka Killist. Этот чувак написал вместе со мной пару предыдущих батлов, поэтому рекомендую вам его текста, переходим и заказываем. Дамы и господа, рэп батл, Майнкрафт против GTA 5. Поехали! Снова на бите Майнкрафт. Не прошло и больше года, популярность не упала. Собираю я просмотры, ты же все пытаешься всем что-то доказать, а для песочницы основа ты мне явно не поставь. Давай проваливай быстрее, засверкали твои пятки. GTA в своем репертуаре упал на лопатки, тебе пора на дно, уже прошло твое время. Беги быстрее, я выпускаю на тебя Сандермена. Нет, я не понимаю, что за кубик там пищит. Куда забрался малец, ведь мой мир это бит. И тебя выносить, словно разломать твой долбанный кубик. Кубически не шарит, на кого поднял он руку. У меня есть графика, пойми, у меня есть сюжет. У тебя лишь море модов, от которых толку нет. И что бы ты ни делал здесь, ты не сможешь затмить мой свет. GTA 5 на бите, ребенок слитый мной в бед. Да, здесь силы не равны, тебя сильнее я. Майнкрафт по жизни в топе и выносит GTA. Ты опозорен всеми, глумится каждый и всякий. GTA с подбитым крылом вылезает из батла. Во мне создавай все, о чем только мечтаешь. Да, у меня нет сюжета, и мы ты не удивляешь. Из-за меня дадут голос, я номер один. Я навсегда в сердцах игроков, и я не победим. Тебя создали просто так, тебя пиаришь. Колота во мне геймера, уйма, их полно, просто не сосчитать. А ты будешь постоянно в подметках, все тема снята. Хотя ты и туда не годишься, нулевой результат. Здесь перестрелки, графон, игра всегда радует глаз. Это все GTA, сынок, но никак не Майнкрафт. Да, ты крутой, но на словах и крут на картинке. Простая убивалка времени, чертовый пиксель. Кто победил? Кто следующий? Тебе решать.